А на территории этого комплекса есть кедровая бочка, бассейн и сауна. Но, как вы можете понять, сауна показана не всем. Есть противопоказания, и для этого у нас есть фитобочка. Кедровая фитобочка. Как же работает фитобочка? Давайте смотреть. Запах действительно шикарный. Кедр ни с чем не перепутает, друзья. Скажите, пожалуйста, чем же полезна фитобочка? Она при нагревании выделяет фитонциды, которые полезны для организма. И при чем, что голова не нагревается, то что очень хорошо вредно, а само тело прогревается. Уже оздоравливаешь? А теперь же можно и в бассейн. Шикарен! Рекомендую всем! Ощущения непередаваемые. Санаторий Пирогово – это чудо!